коня f6 и король c5. Вот теперь там король может пройти через b5 h4. Вот тут он пошел по маршруту. Опять d2, висит на h6. Взяли. Конь h5, h4, там конь может запутаться. Зашел в ответ, короче, пойду удал. Конь g4 и f6 не то. Тут пришлось назад идти, и он успел зафиксировать по белым полям, и ближе к тому учится. Так. Е6, да, он не шарит. Слон А4, сильный ход, скорее всего, потому что она была там слон С4, и с королем большие проблемы. Вот так, тут конь Е8, ладья F4, и там грозит там ладья F8, G6, и в общем там, ну, не защиту. Тут можно начать G4, хотя вот не знаю. Как-то черный мал падает быстро, на C4, B5, видимо. G4, ну вот не знаю, находит еще G4, там все-таки H5 как-то могут подцепить. Вот сам F5, конь F5, да и H5 там. И, это непонятно. Так, конь B4. Да, не берет. Правильно, как бы я разменивать на B5 не хотел, там все-таки ферзь заходит, ферзь H4, ради ладья D8, А4, ну, мог быть полезен, ход D3 и сон E6, можно было сразу А3 сорвать, но я решил попробовать по D8 и D6 в дальнейшем. Так, B5, ну, как-то, может, не то ход, конь C5, и теперь B6 хода там нет. Да, H5, вот тут, А, тут получился упорный эндшпиль, мне кажется. Да, вот там мне было уже 4 играть, что хода H5 хода не было. Ладья E8. То есть девушка-то оказалась не такой уж слабенькой. Так, тут судьи 3, я конь D4 прогоняю. Встал как плечь. А3, ну, А3, G6, разве G7, став, там буквально может подойти связка. О, да, на G4, H5 вот, неприятно был ход. На G5, конь H7, там ничего нет. H3, ну, наверное, ход нормальный. Так. Вот это вообще объективно ничейная позиция? Ну, скорее всего, нет. Ну, там как-то надо подумать, я торопился. Так. Ферзь C8. Так, вот он уплотняется. Вот эту позицию. Король G7, конь G7, ладья F7, слон E6, там позиция выиграна, все-таки пешка F осталась. Король F2, слон F5, король E3, там я жду. Так, все, тут разменяли. Взяли, АЖЖ, ФШ там. Пешка на H4 может повиснуть. Такой же G7, ладья F7, с вами не хотели G7, сам он 2, и ладья G1, там пешка F еще осталась. Любой момент может король подойти к пешке А. Так, тут король E3, наверное, король E3, F5, король F3, король E5, G4, там может быть. Но я точно не знаю. Считать так, конь C6. Ферзь D6, по-моему, тут мне предложил ничью один раз. Он тебе предложил ничью? Вот этот, в оранже. Так, это сыграл конь D7. Ну, конь B7. Конь B7, сейчас сыграл, да, конь B7. И на бой 8, конь E5, все-таки конь как-то тут мешается черный распутать. А там я хотел, ладья H1, ладья H7. Так, вот сумма H3. Наш трек там на конь D7, секс угрозой конь на F6. Кто убрал, все-таки он взял, была, мне кажется, не то, хотя нет, не B5 все-таки висел. Сейчас он C4, и вот там градится он на H6, и даже G6 неприятно. Так, вот тут уже третий раз пропускает. Вот.
Ну ладно, решили ему дать все-таки еще. Может, он ничего не понял. И Катя Волкова выясняет. А что он говорит, что он не знал, что ли? Ну, он не знал, что он, после, когда все на звезд подходит, при нем он делает ход. Ага. Сразу подошел, сразу делал ход. Ну, где h1 с угрозой g5 и ладья h7 на 7-м. Так, сумма 2, у меня выбрал ладья g4, ладья a4, или ладья g1-1, я выбрал ладья g1-1. Ну, потому что там все-таки после ладья g4, ладья a4, там король может подцепить мою ладья сзади, там ничего страшного нет, ладья g1. Ну, это единственный ход вот этот-то. Нет, там ладья g4, ладья a4 можно подойти. Король c6. И вот оказалось, конь f6, да. Конь f6, хотя там не уверен, там король b5, король a4, там, смотри, так ладно. Вот тут, когда говорят размен, здесь же 6. Так, ладья 8, и конь f5, конь b5. То есть, и грозит конь c6 вилка. Ну, надо что определяться. Так, сон c4, ну, ладья 1, я решил, смотри, если я выберу пешку f, то он может сыграть f2 и сон d3, сон b1. Так бы я решил сразу на d1 сыграть. Король d4. А король встрел, король c4, король d3, король b5, но какие-то осложнения начинаются. По-моему, там не ясно. Так, я сейчас f6, уже 4, и я не стану менять ферзи. Так, как бы я решил усложнить борьбу. Так, король d7, g5 просто, и ладья h7, там фигуру жора прикольно. А два, король... Так, ну это как он, королем не успевает. А ты его отрезаешь там. Король f3, король c4, так, надо. Король f3, король c4, король b3, король b5. Вот, А4, так, С4, нет, или конь А4, конь А4, сон Ф1, С4, вот, и на сон Д3, наверное, конь С5, все-таки в партии было конь С3, и там что-то не сложилось. А надо было, скорее всего, конь С5 играть, ну, не знаю, посмотрим. Б8, ну да, правильно, он, я хотел ферзь d7, он конь b8 сыграл. Так, тут все, тут начинает стоять время, 15 на 5, и соперник может делать ход. Не дожидать, то есть они могут сыграть на время? Да, ну как бы я быстро играю, и тут на время очень сложно само сыграть. Так, конь b8. Вот я h7, там время ставит. Пускай часы, когда я пойду по второму кругу. Ну, вот я h7 тут. Я конь еще привязан к тому. Король b6. Король d4. Два часа игры. А, волновался? Я? Да. Ну, я уже не помню, волновался. Ну, я вижу, как ты руками стучишь там. D5, ED, 7 на 4, ферзь 8, там зачем-то.
А b4, b4, a4 просто, b4 не болит, ну, a4 просто. Ну, большой, уже везде нож перевес, кроме там девочки, там, неизвестно. Так, ладно, f4. A4, конь e4, не, как-то, да, конь e4. Конь e4, и конь c4. Ферзь 8, ферзь 8, я вот все успеваю там сделать хороший ферзь 8. Конь c4. Там еще на e5 висит. Так. Король c2 и король b2, и ладья вот освободилась, какая теперь король защищает. Так, ну ферзь 8, там ничего страшного нету, а2 ферзь b2, а на ферзь f5 там все равно успеваю. Там ничего страшного такого нет. Так, тут за 4 просто закрылся. Так, и 4. Ну, ферзь b3, я не знаю, как бы мне пешку брать недоступно. Там шашки, ферзь b3, просто на ферзь b2 там. Ферзь d1 и слон d4, там вроде ничего такого нету. Нет, ну нет, наверное, даже ферзь будет. Будет, да. И там ферзь d4, слон d4. Вот я не уверена, ходит конь c5 в предыдущей партии. Так, ладно. Тут у нас... Тинь-тинь. Выход. Ладья e1, наверное, да, ладья e1. И на король f5, ладья e5. Тут король уже защищает, не дает пешки дойти до поля прощения, там, а d33. Очень непонятно, что он хочет. Ну, ферзь e8 пока повторил ходы один раз. Тут вот, может быть, король d6 не надо было. Но, скорее всего, надо было конь h6 играть и король d4, но король d6 ошибка. Вот. Думают, король d6. f5, пока там где d1, где d5, жертва пока рано. Чуть-чуть музыку погромче сделай. Так, вот тут вот, вот сказано, что нет, конь не 6, он не успевает думать, что он был конь 6, и чтобы конь 4 был. А вот сейчас тут вот проблема у меня, там на c5 не 4, тут даже риску проиграть где-то. Ну не знаю, это c5, а 36, а 2 там выиграно, но после c5 на e4 мне не нравится. Там, хотя там конь d4, а 3 короля b4, а 2 конь b3. Я подниму пешку. Ну, слон d4 просто, и все. Сон контролирует, поле один там, ну а да, мне даже, у меня две пешки самоходки образовываются, цепь выберет. Сон до 4, я все время не провожу. Сон на 6, да, и еще, я хожу себе купить, там же еще не давала засесть. Так. Ну, f6 пока неприятно, только c5, зачем это посылает? Ну, это не проблема. Так, тут король ждал, просто хорошо. Так, c6, и там, может быть, даже уже все не успевает. Ну, я как бы, ну, на этом я вот конь c5, король b4, конь a2, конь b3, я успеваю, хорошо. Может быть, ей там надо было как-то отскочить, этим самым тебе отдать темп. Да, скорее всего, ход слона, слона 4 даже. Потому что иначе там получалось так, что она завязана. Просто можно на e5 взять,
И даже если мы 4 тут безнадежные. Еще к тому же время мало. Так это все где-то один тут. Там у нас 64, а на короче 6 для бледы. Так, С7. Вот тут вот, по-моему, она потом, ей надо было как-то двинуться королем, да? Нет, королем она там сон Е4 контролирует превращение фежей, по-моему, так надо, да. Потому что я король, у меня много сил, я просто король бегаю. Так, пока ферзь Е6, то есть он где-то в этот момент, когда я начал шаги давать, он же подумал, повторение ходов. Вот. Король ферзь Е8 пока, ну. Там просто как бы отдаю я слона за пешку. Вот ладья D5 все. Ага, вот это я тоже увидел. В конце партии. Вот тут просто отход ладьи, надежу землю, и тут там землю. Ну, ферзь. С6 уже пора играть. А, нет, там надо ферзь e4 шаг дать. Просто там ход был ферзь f4 с двойным ударом. Так, ну тут король b6 просто, а то если был чернопольный слон, все равно бы его нажал бы, наверное. Так, король g8, c6, d6, это уже значение не имеет. Я отдаю слон, я h5, он еще сделаю ладьи, фигуру. Ну, кажется, на 1. D7. Король C7 именно. Другие ходы там что-то теряются. Допустим, король C7, неприятно. Король C7 просто к своей фигуре подошел. Закрылся, там шахи заканчиваются. Король C7. Да, ну, в общем, результат ясен. Илюша, кого бы ты из соперников все-таки дал первое место? Ну, они все проиграли, но тем не менее. Вот. Кто из них все-таки сильнее был? Даже не знаю. Ну, по Эйншпилю, наверное, девочка. Или тебе показалось сначала, она слабо играла? Ну, слабо, просто из-за моей ошибки там. Просто ты не сконцентрировался, да? Вот, может быть, скорее всего, вот эти два мальчика нормально играли, так в конце подтупили, потому что время уже было мало. Ну, где-то вот делят в первое-второе мальчики. Третья, скорее всего, девочка, а четвертая дяденька. Отлично. Ага. Спасибо, Илюша.